Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу свой инструмент. Много у меня в комментариях спрашивают, каким же инструментом я пользуюсь и где его заказываю. Как раз пришла посылочка с новенькими инструментами. Заказываю их на сайте Stalix. Кстати, моим подписчикам и всем, кто посмотрит этот ролик, компания сделает скидку при заказе 5%. Нужно в заказе указать промокод MyNail. Акция действует до 1 октября. Более подробная информация в описании под этим видео. Заказала две кюретки двухсторонние. Ей легко можно отодвинуть кутикулу после обработки размягчающим средством. Также кюреткой удобно удалять тонкую кожицу на ногтевой пластине. Инструмент отлично чистит под ногтевое пространство. С одной стороны более острая часть, ей нужно очень аккуратно работать, так как можно легко поранить. С другой стороны что-то наподобие ложечки. Мне очень нравится ей вычищать под ногтевое пространство. Она это делает абсолютно безболезненно, поранить или причинить боль ей практически невозможно. А также можно отодвинуть размягченную кутикулу и вычищать птеригий. Две лопатки маникюрные, нужные для подготовки кутикулы и около ногтевой кожи к последующему удалению. Рабочие части очень хорошо заточены. Кусачки профессиональные для кожи, режущая часть 9 мм, их номер на экране. Режущая часть защищена кожаным чехлом и пластмассовым колпачком. Очень хороший механизм, надежный, удобно лежит в руке. Режущая часть ровная, острая, во время работы не тянет и не цепляет срезанную кожицу. Абсолютно ровно, идеально. Конечно же ножнички, их номер также на экране. Общая длина их 110 мм, длина рабочего лезвия 23 мм и ширина 4 мм. Узкие, острые, отлично справляются со своей задачей, не тянут и не цепляют кожицу. Весь инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали. Также две пилки для педикюра. Ручки деревянные, изготовленные с влагостойкой ольхи. Мне очень нравится, что пилки изогнуты, удобно работать по пяточкам. Жесткость 100 на 180 грит. И маленький презент – магнитик на холодильник. Спасибо, Stalix, очень приятно. А вот мои старенькие кусачки. Им уже около года, и я их ни разу не точила. Они отлично режут и не тянут кожицу. В качестве материалов я убедилась на практике, поэтому смело показываю и делюсь с вами этой информацией. Итак, я сняла покрытие. Обезжиривателем убираю пыль. Левой рукой я не могу аппаратом работать, поэтому наношу на кутикулу и около боковые валики ремувер. Пушером отодвигаю кутикулу и подчищаю птеригий, как бы срезаю кожицу с ноготка. Топориком прохожу под кутикулой, счищаю птеригий и еще немного приподнимаю кутикулу. На большом пальчике в уголке сильно нарастает птеригий. Еще раз нанесу ремувер. Ножнички шикарные, режущая часть длинная, острая. Можно аккуратно подлезть и срезать даже маленький заусенец. У меня кутикула совсем чуть-чуть наросла, но этими ножничками можно ее легко убрать. Но все же самой себе, особенно левой рукой, мне удобнее кусачками обрезать кожицу. Ими я могу подлезть в самые труднодоступные места и убрать кожицу. Кусачки действительно очень острые и не рвут кожу. Кончик острый, очень легко им вырезать в уголках, но нужно быть очень аккуратным, легко можно пораниться или поранить.
Протираю ноготки обезжиривателем, убираю пыль. Проверяю. Меня все устраивает. Инструмент хороший, надежный. Я его дезинфицирую в дезрастворе и стерилизую в сухожаре. Все отлично. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про скидку в 5%. Подробности читайте под видео. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!